Вот уже в воздухе многоцелевой самолет амфибия Б-200 ЧС. Стремительный взлет, приличный набор высоты. Спасибо мне. Посмотрите, какой взлет выполнила эта машина с креном. Между тем на борту 12 тонн воды. Этот самолет называют иногда убийцей пожаров. И это на самом боевой машине. Надо отметить вот этот взлет с такой перегрузкой, образно говоря, и набором высоты, в отличие от тех машин, которые сегодня здесь. Но не только. Выполнение пассажирских, грузовых и санитарных перевозок по своим летно-техническим характеристикам самолет Б-200 не уступает самолетам-аналогам, но обладает уникальной возможностью, как вы знаете, взлеты и посадки на сушу и на воду. Благодаря высокой скорости полета Б-200 вот сейчас будет сброс! Сбросом вот этой красной воды символизируют с нами победы. Ребята хотели именно передать то, что все в год 70-летия победы хотят вот так вот отметить это событие. Надо сказать, что во время сброса самолет одномоментно теряет более 10... Главным через Россию по организации летной работы заслуженный военный летчик Российской Федерации. Кавалер Орденов за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Орден мужества Крупный Андрей Андреевич. Командир Центрального авиационного отряда главного ЧС России, заслуженный пилот России, кавалер двух отцов мужества Серый Илья Петрович. Руководит полетами. Заслуженный военный летчик России, кавалер Ордена за службу летной 3-й степени. Геннадий Сергеевич. Самолет выполнил заход на посадку, и он уже завис практически над полосой. Валерий Андреевич Крузель от полосы выдерживает самолет, и есть касание. Знаменитые кадры, кто не помнит, но несколько лет. Держит, ребята, смотрите. Несколько лет назад это сумасшедшие пожары в центральной полосе России. И именно те кадры, когда Валерий Андреевич Крузель вместе с Владимиром вылетал на тушение по запаху, сбрасывали десятки бомб. Б-200 ЧС заканчивает свое головокружительное выступление. И на нашу авиационную сцену выходит наш следующий вылет. Давайте поблагодарим этот замечательный экипаж. Самолет Б-200 для вас, дорогие друзья! Ну что ж, мы сегодня уже руку приседали.